Всем привет, ребята, и это неправдое действие, если вы об этом подумали. Мы со студией решили открыть новую игру, она называется «Угадай слово». Итак, мы объясняем правила. Один игрок из нашей студии загадывает про себя слово и говорит, из скольки букв оно состоит. И каждый из игроков должен сказать по одной букве. Из всех букв, правильно названные игроками, нужно будет составить слово. И потом только задаваемое слово скажет, угадали вы все или нет. Итак, поехали! В этой студии у нас все 7 стоячек, думаю, вы все их знаете, и в представлении они все не нуждаются. Ну что, кто начнет? Можно я? Хорошо, Саша, загадывай свое слово. Какое такое слово мне загадать? Интересненько. Идея! Я знаю, какое слово! Итак, слушайте все внимательно. Это слово из 6 букв. Итак, игроки, предлагайте свои варианты. Как раз вас всего здесь 6. Попробуем угадать мое слово. Хорошо, это уже интересно. Итак, я предлагаю свою букву. Мне кажется, это буква «Г». Мне кажется, что это буква «К». Кстати, я тоже хотела сказать, потому что наши имена начинаются с буквы «К». Это очень классно и прикольно. Ага, поэтому это моя любимая буква. Хорошо, тогда я предлагаю букву «А». Я предлагаю букву «Ю». Возможно, там эта буква есть. И я предлагаю букву «М». А мне кажется, что там есть буква «Н». Ой, вот вы лошары, я с вас угораю. Один из игроков только одну букву угадал. И как вы из этой буквы, интересно мне знать, слово составите? Вот вы ложки, какой кошмар. И какая же это буква? Вика, могу тебя обнадежить, ты точно не угадала букву. Эх, это было жестоко. Ладно, вы сдаетесь? Я сдаюсь. Я тоже. Потому что из одной буквы невозможно слово угадать. Я сдаюсь. Ну, я... Придется мне тоже сдаться. Эх, и я. Чуваки, это слово «любовь». Пипец. Жесть. Ну чего, теперь я буду загадывать. Итак, это слово из 3 букв. Угадывайте, давайте. Буква «К». Буква «И». Буква «З». Буква «Н». Эх, буква «М». Мне кажется вообще, что это буква «Х». Боже мой, ну почему же вы сегодня такие лошпеды? Опять одна буква, опять никто не угадал. Ох, бессмысленно угадывать слово из 3 букв, имея только одну. Это слово «мел», поздравляю. Походу, я правильно угадала букву «М». А, вот я лох. Можно и я загадаю слово, потому что мне уже не терпится, я уже устал не угадывать. Кстати, хорошая идея, Кирилл. Окей, загадывай. Слово из 6 букв. Буква А. Буква К. Буква И. Буква Н. Буква Е. Буква З. О, да у нас прогресс. Поздравляю, ребята, вы угадали 4 буквы из 6. Молодцы. Итак, эти буквы. А, Н, И, З. Угадывайте. Анис, вы серьезно? Что за слово дурацкое? Не, а чё я? Вот чё я? Угадывайте давайте. Я понятия не имею, сдаюсь, Кирилл. Странное какое-то слово. Если убрать букву «З» и поставить букву «Э». Придурок. Не то слово. Ай, блин. Что так жестоко? Это напоминает мне правду или действие. Ладно. Анис. Должно же быть какое-то слово, должно быть какой-то синоним. Я не должна так просто сдаваться. Я же Вика, я же победительница. Я всегда всех побеждаю, я всегда все побеждаю. Анис. Анализ! Браво!
Вика, я тебя торжественно поздравляю с тем, что ты первая угадала слово. Молодец. Я тебя даже поцелую. Ты моя сестра, поэтому молодечек. Ты у меня всегда умная была. Ну и можно я последнее, пожалуйста? Это слово из двух букв. Оно очень сложное. Давайте, угадывайте. Буква С, буква Я, буква Д, буква Ч, буква А, буква Н. Я поздравляю победителей. Вот эти два победителя угадали мое слово. Это было слово яд. Кайла, Саша, я вас искренне поздравляю. Молодцы. Ну что, молодцы. Сегодня классно поиграли. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам понравилась эта игра «Угадай слово». И надеюсь, что мы снимем второй выпуск этой игры, так как, наверное, правда, действие все надоело, поэтому я решила создать новую игру. И этой игры еще ни у какого LPS-блогера не было. И, кстати говоря, это авторская идея моя, поэтому никому ее плагиатить не разрешено. Ну, если, конечно, это не станет мейнстримом. В общем, с вами была я, Вика, ведущая этой игры с канала Dragon Star. Всем пока, всем удачи, я вас люблю. И если под этим выпуском наберется 150 или 200 же лайков, то я сниму продолжение. Всем пока!